Мы решили узнать, как выглядят сегодня знаменитые женщины с уникальной красотой. Не всех считали идеалами, но всеми в той или иной мере восхищались. Что же с ними теперь? Одни сумели сохранить шарм, несмотря на возраст, а другие пострадали из-за собственных ошибок или роковых проблем со здоровьем. Тамара Осёмина. Звезда вечного зова в свои юбилейные 85 лет выглядит очень даже неплохо. Тамара Осёмина до сих пор ходит на телешоу, делится с интервьюерами подробностями своей жизни и раскрывает тайны прошлого. Селин Дион. У певицы Селин Дион, исполнительницы легендарной композиции «My Heart Will Go On», диагностировали редкое заболевание, которое поражает мышцы и превращает человека в живую статую. 55-летняя звезда боится, что лекарства от ее недуга врачи не найдут. Хелена Бонем Картер. Хелена Бонем Картер отметила в мае 2023 года свое 57-летие. Однако выглядит актриса гораздо старше. Седина, отсутствие макияжа и неопрятный стиль ее ни капли не украшают. Светлана Немоляева. 86-летняя звезда служебного романа выглядит неузнаваемо, но энергии не теряет. Советская артистка бодра и охотно общается с журналистами и телеведущими. Так что светскую жизнь Светлана Немоляева пока не готова оставить. Эллен Баркин. В 69 лет Эллен Баркин, снявшаяся в фильмах «Подмена» и «Море любви», выглядит как минимум на 10 лет старше. Всему виной чрезмерное увлечение пластикой, свое безупречно красивое лицо актриса перекроила вдоль и поперек. Светлана Светличная. Жизнь Светланы Светличной перевернулась с ног на голову. У артиста диагностировали болезнь Альцгеймера. Сейчас она находится в специальном учреждении, где врачи делают все для поддержания ее ума. Мелани Гриффит. Голливудская актриса столкнулась с рядом серьезных испытаний. Разрушенная карьера, развод, а потом еще и тяжелая болезнь. Говорят, что сейчас Мелани лучше, но выглядит она, судя по кадрам папарацци, неважно. Татьяна Догилева. Татьяна Догилева в новом облике многие так и не смогли принять. По словам актрисы, лишний вес у нее появился после выхода на пенсию, а не из-за проблем со здоровьем. Поклонникам сложно в это поверить. Наталья Варлей. Наталья Варлей еще относительно молода, актрисе всего 76 лет. Звезда советских фильмов признавалась, что делала уколы красоты, но быстро отказалась от процедуры, мышцы на лице совсем перестали двигаться. Подпишитесь, чтобы стать первым.